Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем проходить черепашки-ниндзя-легенды. И хочу вас поздравить сегодня с первым учебным днем. Как говорится, отдохнули маленечко, пора идти за знаниями. Так что, ребятушки, только всего наилучшего вам и успехов в учебных ваших делах. Ну что же, а мы, пожалуй, приступим. Так, начнем, наверное, да, с заданий. Забираю я реворд. Так, открыть колоду. Ну, естественно, мы будем с вами открывать. Давайте посмотрим, что у нас. Кирби, да-да-да, именно он. Именно этот паршивец нам и достается. Так, забираем здесь реворд. Сразиться в боях. Кстати, у нас не так много боев-то осталось, если честно, да? Морозильное окошко буквально вот-вот и апнется у нас. Ну как, еще 18 ДНК нужно найти. А при том, что мы всего лишь 3 попытки с вами можем использовать, и причем они все практически никогда не срабатывают на полную катушку, нам придется до посинения здесь краптеть. Ну видите, да, из 3 попыток всего 2 удачные. Но это не беда, у нас еще есть Кейси Джонс. Мы его сейчас тоже, ребят, поищем. Кейси Джонс, давай, выходи, где ты там прячешься? Господи, ну куда ты заныкался-то? Может, он поднялся? А, вот он, вот он. У него 55, ребят, ДНК, но здесь уже 6 попыток, поэтому здесь, как говорится, больше вероятности быстрее его прапать. Так, 2 попытки удачные, 3. Ух, шикарно. Так, давай смотри. Здесь только мутаген нам дали. Ладно, ничего, не будем расстраиваться. Еще ДНКшечка. И, да, вот здесь намного лучше. С Кейси прошло гораздо лучше, чем я ожидал. Ну что ж, забираем с вами реворд. Поднять уровень персонажа. А, нам нужно еще сразиться в боевочке. Ну давай, например, здесь потратим с вами, да? Отлично. Так, забираем реворд и поднять уровень персонажа. У нас, кстати, не так много мутагена, да? Чтобы нам... вообще, я бы сказал, ничтожно мало. И что мы можем с вами сделать? Ксевер, ты как, готов? Ты готов? Да, ребята, он готов, он помог. Становится он 38 уровнем. Все равно он еще ребенок, так что трогать его не будем. Ну, а реворд, естественно, забираем. Ну что, сегодня у нас, грубо говоря, через 5 часов, ребята, будет обновление. Да, неделя пройдет, и мы с вами получим реворд в виде осколков, в виде монеток, в виде сюрикенов. В общем, всего-всего много чего будет. Но нам все равно этого не хватит, чтобы сегодня перевести кого-то в платиновый ранг. Ну, а мы с вами будем пытаться задержаться в Лиге Сёгунов 3 звезды. Потому что до мастера я вряд ли, конечно, доползу. Но мне надо хотя бы задержаться в Лиге Сёгунов 3 звезды. Хотим мы это или нет. Я, может быть, даже, ребята, потрачу порталы, если понадобится. Чтобы сделать небольшой отрывчик. Так, ну что, у нас тут 58, 60 и 59 уровни. Точнее, мы будем с вами начинать. Блин, как бы я хотел, конечно, малышей своих вот этих вот... Мы можем это все сделать, поверьте мне, ребята, если я буду использовать Леонардо, да? Может быть, с вами потратим буквально, ну, 4 телепорта. Точнее, 4 отката. Только лишь, ребята, во благо. Во благо того, что мы с вами должны, ну, сделать действительно реальный отрыв. И причем при этом задержаться в нем. Потому что 5 часов это немало. И за это время меня могут скинуть. А я очень сильно не хочу терять дорогостоящий реворд. Так что погнали. Начнем с вертушки от Леонардо, естественно. Опс, ну-ка, Паукус, не подведи меня, радость моя. Отлично, и у нас остается Рокстеди. Мы его, оп, Армагоша не подвел. Все-таки прикусил его маленечко, и тот упал. Ну что же, первая победа у нас идеальна. Опять же повторю, ребята, это не без участия Леонардо. Без него все было бы намного хуже. И мы передвигаемся с вами на 8-ю позицию. Так, ну что ж, давайте быстренько с вами еще сделаем, наверное, боек. Это Инесса у нас. Какая красивая Инесса. Так, ну что же, давайте выберем, наверное, раз, раз, два, три. Тут уже немножко опасно, поэтому я возьму, наверное, Змейка Вьюна. И опять же откатик сделаю на Леонардо. Как я говорил, 4 попыточки нужно потратить. Хотя можно было бы, наверное, и не делать этого, но... Так, как говорится, больше вероятности, что будет меньше фейла. Так, вражеский Микеланджело укрепляет свою команду. Так, ничего себе, ты Змейка Вьюну влепил. Так дело не пойдет, парень. Так дело не пойдет. Ага, минус Майки. И давай, наверное, делать... Да, давай вот так вот, массовую атаку. Погоди-ка. Ну-ка, парень, лег я... Ты смотри, а. Хорошо, что у нас, ребята, инициатива очень большая, и мы ходили больше, чем он. А он там сидел
и судорожно дрожал, боясь, что его накажут. Но мы его наказали, и поэтому, ребят, продвигаемся, наверное, в Лигу Сёгунов 3 звезды. Да, какая позиция меня интересует? 98-я, то есть нам все равно нужно делать обалденный отрыв. И я вижу, у нас здесь есть Бобби, который, в принципе, по уровню не такой сильный, да, и максимально у него 57-й уровень. Но с этим парнем, я думаю, мы сможем справиться и без Леонардо. Хочу я в это, честно говоря, верить. Давай возьмем, наверное, Рокзара здесь, возьмем Брэдфорда, да? И сюда, наверное, нам понадобится Бакстер Стокман, скорее всего. Да, ребят, я думаю, такая вот команда будет в самый раз. Рокзар как провокатор, да? Ну, а Бакстер Стокман будет, естественно, у нас как добивающий. Но не забывайте, что у него тоже есть Бакстер Стокман, поэтому давайте-ка попробуем сделать так. Я думаю, применять ульту мы в данный момент не будем, потому что я прекрасно знаю, на что способна Эйприл, а она будет, ребята, хилять. Поэтому Бакстер Стокман максимум, что сделает, это просто ударит. Вот-вот-вот, все, теперь можно бомбить. Давайте начнем с маузеров. И... шикарно, просто упали практически все, ребят. Практически все, остаются тут у нас Донателло, который уже упал. И, конечно же, Эйприл, который Крис Брэдфорд добивает. Ну что же, отлично, я ничего не могу сказать против. Мы с вами продвигаемся далее. И я думаю, где-то, наверное, 85-я, а может быть даже 70-я. Ну-ка посмотрим, позиция у нас должна быть. Оу, 89-я, медленно, очень медленно. Так, и все. Начинается, ребята, сплошная голда. Сплошная голда, и еще и уровни к тому же 63-й, 61-й. Ну, вот я вижу ноунейм, по крайней мере, мне более-менее подходит. Или даже, ребятушки, вот здесь. Потому что, тут четырехзвездочный герой. Да, начнем, пожалуй, вот с этой бригадушки. Ну что ж, я думаю, надо взять здесь Зека, Микеланджело. И, пожалуй-ка, мы возьмем вот этих двух. Слушай, малыша стоит ли брать какого-нибудь, 49-го уровня? Опасно, я знаю, опасно. Но, черт подери, Опасно, я знаю, что они будут его, наверное, атаковать. И если они пробомбят, а они пробомбят, поверьте мне. Как же хочется и колется, я не знаю, я вот сомневаюсь. 49-й уровень. Кто-то мне сказал, что ты, Рэй, обращаешь внимание на звездность, обращай внимание на левел. Но мне кажется, что 45-й уровень с 5 звездами, например, Крысиный Король, сможет забомбить вот 49-й уровень того же самого пульверизатора. Я могу ошибаться, честно говоря. Но мне вот почему-то кажется, что звездность, она здесь неспроста дается. Все-таки тут и разница всего лишь. Хотя... ладно, ребят, давайте, я попробую, я рискну. Черт подери, риск, как говорится, я надеюсь, он оправдается. У него здесь хиллер, не забываем об этом. Хиллер — это в виде Шреддера. И меня напрягает в то же время Бакстер Стокман. Я больше уверен, что он будет применять какую-нибудь пакость против нас. Слушай, ульту стоит применять, не стоит? Потому что потом пойдет Шреддер. И думаю, что пока, наверное, не стоит, а просто давайте вот так сделаем плевочек. Угу. И, может быть, мы его успеем добить. Но зато мы ему понизили. Так, ну, конечно же, Микеланджело укрепляет атаку. Ой, вот, ребят, вот этого я боялся. Очень сильно. Что? Кому? Кому он сейчас врежет? Фух. Ребятулечки, пока вроде бы везет. Так, делаем критовку. Да ладно тебе со своими маузером. Нет. Да. Именно так то и произошло, чего я и боялся. Не дожили мы немножко с вами для того, чтобы отхиляться. Да, печалечка. Вот если бы я знал, что Шреддер не будет применять хил, я бы, конечно, бы применял бы ульту. Но вот здесь я и сфейлился. Видите, непредсказуемость меня, ребят, подвела. Ну, игра есть игра, тут ничего не сделаешь. Как бы ты, ребята, какие бы ты действия не предполагал, да, все равно она сделает по-своему. Опа, мы сейчас можем, ребят, с вами и карайку еще потерять. Но я не позволю этого. Я не должен, ребята, этого позволить. Пожалуйста, Майки, добей его, ну будь добра. Да куда ж ты, карай, а ты как, сможешь? Ну-ка, давай попробуем копишком. Ну, все равно обидно. Я так и думал, что он упадет, пульверизатор, он слабенький. А вот если бы у нас был бы, например, Крысиный Король или Усаги, ну, не знаю, может быть, даже и простояли бы.
77-я позиция. Грустно, грустно, конечно, это все осознавать. И сразу же мне дают уровни, смотрите. Как только кто-то у меня погибает, мне сразу дают слабеньких. И это у нас Эдвин. 56-й максимальный здесь уровень. Плюс много серебра, я беру Рафаэля. Ну, тут, конечно, будем, наверное, с вами уже отыгрывать малышей. Потому что я беру еще в команду нам Леонардо. Слушай, инициатива... Сейчас посмотрим. У нас слишком много слабых персонажей. Инициатива может быть, конечно, в минусе. Но мы проверим. Леонардо в любом случае ходит первым. Тут как ни крути. Мне главное, чтобы Рафаэль... Ага. Ну, в принципе... В принципе, ребят, смотрите, мы можем сделать как с вами? Можем встать в провокацию. Так, ну я боюсь, этот бомбанет звездочками. Ладно, я встану в провокацию, я не буду рисковать. Пускай он там пиццу ест или что он там... Ага, вот так даже. Ладно, давай мы, наверное, попробуем убрать. Можно было, конечно, просто ударить, но... предсказуемо. Ну, естественно, он ест пиццу, он восстанавливает здоровье своим черепашкам. И дальше мы будем смотреть, ребята, будет ли он применять сюрикены, или он все-таки будет делать на себя защиту. Я именно про Доника говорю. Нет, ребята, он бросает свои звездочки, и, слава богу, у нас никто не погиб. А вот он упал. И добиваем Рафаэля. Фух, да, конечно, без Леонардо нам сложновато играть. Как только он в команде у нас появляется, мы сразу себя чувствуем просто на коне. Но без него все совсем по-другому. И позиция у нас становится... Да ладно, всего лишь 71-я. Была 77-я и стала 71-я. Это подлог. Ладно, давайте тогда выберем с вами... Кого бы тут выбрать-то? Наверное, вот эту вот командочку, да? Ну что же, беру железноголового. Опять же, Леонардо в откат делаю. И, ребят, вот эти вот последние герои. Последний герой, который будет у нас участвовать. То есть это получается у нас, по сути, последняя битва. Хотелось бы, конечно, чтобы никто здесь не упал. Но проверяем. Так, лишь бы кого-нибудь, парочку завали, пожалуйста, парочку. Только Леонардо, ребята. Ну, ё-моё, ну зачем ты свой хил врубаешь? Ой-ой-ой, мне надо, ребята, может, бомбанем? Давай бомбанем, наверное, все-таки. Так, отлично. Слэш, только не надо бить, Майк. Ай, живет, пока живет, ребята. Пока он живет, ну-ка. Рубанули. Так, а ты, Сплинтер? Во. Шик и блеск. Ну что, ребята, мы отыграли полностью с вами арену. Можно, конечно, еще потратить, но я думаю, что этого будет достаточно. Какая там? 65-я? Ох ты, 58-я позиция. Слушай, я не знаю, на 5 часов хватит нам этого времени, а? На 5 часов нам хватит то, чтобы продержаться и удержаться в Лиге Сёгунов. Если нет, я еще периодически буду заходить, ну уже ближе, ребят, к финалу, как говорится, к откату, да? Гляну, правда, мне опять же на работу в ночь, я не знаю, надо спать ложиться, а не шоркаться тут по играм. Ну, я, если успею, ребята, гляну. Может быть, еще потрачу немножко откатиков, чтобы как бы сделать отрывчик, чтобы не так быстро продинамить все это. Ну что, и попробуем, наверное, с вами еще очередную попытку в поисках Сплинтера. Порталы летят. Да, ребят, конечно, спасибо за подсказку, что я лопухнулся с баксами, когда покупал порталы. Да, там можно было взять намного больше и потратить намного меньше. Но я что-то как-то не продумал этого момента. Ладно, ищем, короче, Сплинтера. Шляпа с напитками. Больше всего о ней мечтал. Джойстик еще лучше. 30 монеток. Да ладно. Да какие доллары? Вы издеваетесь, что ли? Да. Они издеваются. Так, слушай, а нам сколько надо было-то? Я уже не помню. Дай-ка глянем. По-моему, не хватит. Да? Если я не ошибаюсь. Там надо было 7, по-моему. Так, ты где у меня, Сплинтер? Хорош. Блин, как же это... Мельтешит у меня все перед глазами. Ага, вот он, ребята. Еще 4 ДНК нужно. Ну ладно, ребят, я еще попробую поискать. Давай, наверное, так, здесь мы нашли. Здесь, давай попробуем. Конечно же, отслеживающее устройство. О нем всегда 2 доллара, ну вот это вообще ни о чем, ребят. Ну, 2 и все. И сыр кончился. И когда он у меня там появится, фиг его знает. Ай, как же мне хотелось, ребята. Честно вам скажу, вот вы помните, как вот с Усаги у нас с вами, да? С Эдзимбо получилось. То же самое, вроде бы
И хочется найти, и сыра нету. И все, и жалко покупать и сыра. А тогда еще и с этими с баксами была проблема большая. Там хоть разорвись, что я делаю-то? Что я сейчас сделал? Что-то неосознанно. Я на самом деле хотел-то не это сделать. Зачем я ему уровень-то поднял? Господи ты, Рэй, ну все, тебе надо срочно ложиться спать. Ребят, да, я после смены, как говорится, сразу шпилю вам видосик. Хотел вас всех поздравить с первым учебным днем. В принципе, я это сделал в самом начале видосика. Ну где ты, елки-палки, а? Где? Куда ты делся? Я хотел у тебя просто обменять ДНК. А он у меня куда-то делся. Нейтрализатор, вот он. Давай ДНК поменяем. Ну, смотрите, ребята, 9000 у нас сюрикенов, да? Кстати, 300... Сколько нужно нам для того, чтобы перевести, например, героя в... Не в золото даже, а... Давай вот здесь посмотрим. Нет, тут никак. Подожди-ка. А, ну тут не хватает у них все. Тут тоже не хватает. Тут по максималке... Черт подери, ага. Не получится, ребят. Я думал, что мы можем кого-то с вами здесь перевести. Либо... Еще одну золотую звезду дать, либо вообще перевести в платиновый ранг. Ну, нам не хватит, наверное, осколков, обломков. Так что будем ждать. Ждать осталось, ребят, совсем недолго, да? Вы, надеюсь, заметили, всего лишь 5 часиков. Вот это вот закроется где-то за час до отката, может быть, даже за 2. Но, как я вам, ребята, и обещал, я еще зайду и гляну. Если мы останемся с вами на Лиге Сёгунов 3 звезды, это будет классно. Причем не забываем, что тут должен появиться новый персонаж, который нам и нужен будет. Кстати, я хочу сказать, что мы с вами получим осколки же, да? На морозильную кошку. И хотим мы этого или не хотим, она у нас прапается и станет... Да, ребят, она может получить 5-ю золотую звезду. Но дело в том, что я не особо как бы хочу именно морозильную кошку апать... 5-ю звезду. Мне хотелось бы кого-нибудь другого. Здесь есть достойные, ребята, у нас герои, которые заслуживают перейти, да. Например, у Саги всего лишь одной ДНК нам не хватает, чтобы его перевести в 4-ю золотую звезду. У Саги просто мне вот заходит на ура. Ему бы еще и уровень поднять. Но не могу, потому что, как вы понимаете, нету на него одной ДНК не хватает, чтобы я его мог прокачать, по-моему, до... У него предел, по-моему, будет 60 уровень, как вот у Паукуса, да? И потом надо будет его переводить уже в следующий ранг. Ну что, дорогие друзья, выпуск у нас вот такой какой-то получился, коротенький, но продуктивный. Не болейте, учитесь хорошо, на отлично, я даже сказал. А мы увидимся в новых видосиках. Всем пока!